Товарищ главнокомандующий, господин заместитель начальника управления Росгвардии, господин Сурков. Давайте пойдем, показывайте. Товарищ главнокомандующий, значит, в новом здании управления Росгвардии при Донской области для нужд центра выделено 3 этажа, что позволяет в полном объеме обеспечивать поставленные перед центром задачи по оказанию государственных услуг гражданам и юридическим лицам. Взгляды высоких гостей не случайно скользят по потолку. На нем охотничьи пастарали, самые известные из которых – охотники на привале художника Перова, так сказать, для вдохновления клиентов. На территории рязанского субъекта более 34 тысяч граждан являются владельцами гражданского огнестрельного оружия. Практически, я думаю, 90% из них – это охотники. Соответственно, как бы это наши основные клиенты, клиентская база, так это назовем. 6 окошек по принципу одного, более 25 видов госуслуг. Есть даже кулеры с водой для посетителей. Центр лицензионно-разрешительной работы Рязанского управления Росгвардии стартует прямо сейчас. Один из кабинетов для оценки оружейных стволов. Своеобразная гастроскопия только для винтовок и пистолетов. По сути, можно его сюда вставить. Он не так много подойдет. Электронная запись выдает талон под номером 1. Как и полагается, его получает первое лицо ведомства Виктор Золотов и оставляет на нем артефактный автограф. Внешне непроницаемого генерала увиденное впечатляет. Чуть позже на награждение он называет здание Рязанского управления Росгвардии лучшим в стране. Работу по развитию инфраструктуры в регионе он называет поступательной. Большое внимание гостям уделяется вопросам благоустройства мест, приема населения с целью повышения качества оказания услуг в сфере обработки оружия. К примеру, только за последние 2 года обновлено более 150 зданий и помещений подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с созданием условий работы в формате одного окна. Благодарность уроженцу Сасова Виктору Золотову от Николая Любимова выходит по-землячески теплой за бережное отношение к городу и малой родине в целом. Не буду рассказывать все, чем помогал. Виктор Васильевич, поверьте, очень большую помощь оказывает нашему региону в национальных проектах, в восстановлении зданий, строительстве новых зданий. Ну, собственно говоря, обо всем за минуту не скажешь, Виктор Васильевич. За это вам огромная благодарность от меня и от всех ваших земляков. В новеньком музее управления Росгвардии пока что всего 3 экспоната. Какая-то старинная дверь, большой ключ и с сегодняшнего дня тот самый талон номер 1 из Центра лицензионно-разрешительной работы с личным автографом Виктора Золотова. Пожалуй, сегодня главная ведомственная реликвия. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».